Где мы? Что? Где мы? Саратовская область. Саратовская область? Красиво. Знаете, мне друг посоветовал, что вот здесь... Красивый человек. Это видеоблог. И план Б. Вот план Б стоит. План Б стоит, видел? План Борис? План Борис, да. Скорее всего, мы им не воспользуемся. Один с миллионов, но этот... Но это щит. Это не солидный. Вы реально хотите купить? Объявление на Циане, так сказать. Купите трактор у комиса, пожалуйста. Ну, в сервер поедет. Скажи нам, сколько стоит трактор вот этот? Нам очень интересно. Я-то не скажу, я не знаю. А может, люди знают умных, которые смотрят? Их явно больше умных людей, смотрящих наш влог, чем окружающих нас здесь. It's cold. We're just standing outside. Like dog. Go by this bus. Падал белый снег, и розы не цвели. Кто навернется на лестнице? Джей. Ну это паркур. Что-то везде какие-то препятствия, то в Астане, то тут. Что началось? Давно мы тебя не видели тут. В других городах. В других городах, да. Да, мечи никто не будет подавать сейчас на разминке. Где Иван Петрович, Никита Сергеевич? На ледовую арену чуть-чуть льда принес. No one gives me my. Почему? Never. Never. I have to take myself. No assist. Добро пожаловать. Куда? В Саратов. Опа! Be ready? Yeah. Did you miss Саратов? No. Ну не такая, как Семерик. Не такая. Ваше здоровье. Роман Лавров. Суриновый бум называется. Суриновый скачок. Качок с большой, все, все, ну, понятно, да? Здесь холодно, здесь дорого, я... Так, бля, хочу уехать из города. Я там хочу уехать из города. Без повода. Да. Это серьезный трек, да? Да. Тот, который разрывает чарты. Называется Москва. Это Яни. Да, я знаю, что это... А, это Москва трек, да? Вроде да. Из этого всего, что вы перечислили, я знаю только слово Москва. Ваше здоровье, да, я понял. За Яни, за его творчество. Тебе не холодно? Не, брат. Все нормально. Все нормально? Да. Тепло, брат. Супер. 100 дней провел в Саратове. Ну, я думал, что я работаю, но мне сказали, что я отдыхал. 100 дней ровно. Юбилей отметил. 100 дней в Саратове. Книгу потом напишу. Много что есть рассказать по этому поводу. Давай, хотя бы отличное одну историю. Отличное время было. Одну историю. Отличное время было. Одну историю. Жил я не один, допустим. Я жил, соседи у меня были. Два вот таких таракана. Вот таких. Ну ничего, нормально, уживались. Но в целом хорошее время было. Мне понравилось. Ладно. Есть красивая набережная. Реки одной известной. Знаешь, какой? Рива холодная, да? Волга. Браво. Ладно, ждем книгу. Ждите книгу. Объясни мне, почему здесь разного цвета пол? Потому что разноцветный. Ты слабый или мяч не стучит? Это мяч слабый, не отскакивай. А ты как хотел? Я хотел, чтобы отскакивал. Вот сей. Я знаю. М? Кто это? Сопа устал, смотри, разминаться. Там он в защите сидит. Другой вопрос, на все отвечу. Как дела? Пока не родила. Спасибо. Как дела? Пока не родила. Понял.
только-только вот положили перед нашим приходом. Тут еще холодные скамейки, знаешь, как дует? А там даже скамейки нет. Я посмотрел. Как там тебе? Стулья. Потолок вон тоже. Главное, что работает. Кто? Зал. Вон медиакуб тоже. В машине приедете в Саратов, 103.5 включаете, и настроение отличное. Хочется, знаете, что сказать? Снимаю перед вами шляпу. Что? Это стул для наказаний. Кто будет плохо играть, будет сидеть здесь. Возможно, всю игру я буду на нем сидеть, кто его знает. Посмотрим по ситуации. Рассказываю реальную историю, могу даже на камеру. Ждите книгу. Разминается основа, когда я здесь работал. 100 дней в Саратове, книгу потом напишу. Включают они здесь, чтобы ты понимал радио. Идет разминка, идет прогноз погоды. В Саратове завтра. Это минус 4. А потом дальше. Близнецов сегодня особенный день. Вот так вот. Какая погода сегодня в Саратове? У Сопы спроси, он главный гидрометеоролог команды. Прогноз погоды тепло сегодня. Тепло? Да. Там даже курточкой можно чуть-чуть так расстегнуть, скинуть. Как тебе зал? Красивый. Красивый? Теплый, красивый. Все. Да. Floor is not slippery, it's amazing. It's... I'm so happy to be here. А Борис выйдет сегодня? Куда? Зачем? Кто такой Борис? Я думаю, что Борис готов. Он не знает, но мы втайне готовим это оружие. Главное, чтобы он был готов сам. Давай, пошути. Нет, ты сам как думаешь, сегодня давай, выйдешь? Пошути. Нет, ты как думаешь, давай, ты выйдешь? Шути, шути. Не, ну, я просто... Боря. Боря. Ну нет, ну... Не, ну куда? Куда? 10 воинов, бросай. 1, 2, 3! Ура! Ты видел видео? Типа Металлика перепела. Да. Зима в сердце. Как она могла перепеть? Только ее. Нейросеть. Я говорю, да, блядь. Я думал, сова. Don't be a homicide, but for noon and take a loss. They be the first ones to leave. Please don't make you my strap, but now you rest in peace. 1000 рублей, гол. Главного тренера. Гол, главный тренер. Если главный тренер забьет, выйдет. Какая-то медиалига получается уже. Гол главный тренер. Победный гол. Девятка. 9 косарей. Тут не 1000. Ну что мы из этого сделаем? Ничего. Ничего. Мы же очки забиваем, не голы. What's up, boys? Next. Like Nate Robinson over Shaq. Remember it? Yes. Well, it was a real rim. Not a bucket. When he jumped over top of him. Очень холодно. А? Вот если холодно. You say it. This is like damn, right? Yeah. Ew. Да. We won't. Not damn. Oldest. Yeah. Good job. Are you ready? I hope. I hope. I joke. С тобой не хочется. Почему? А ты с улицы? Чешпан. Руна Асса. Представляем вам участников сегодняшнего матча команды Руна Асса. Номер 3, Андрей Соболев. Кидай, кидай в него. Сверху. Еще один профессиональный баскетболист, который не умеет бить сверху. Cap cannot do this. He's a professional basketball player and cannot dunk.
Сам Чушпан. Что, выиграем, нет? А? Выиграем? Обязан. Затосы? Царапали. Что, надо выигрывать? Так надо. Я не знаю, что вы делаете. Все, собрались. It is because it's cold. Showtime. We like to play like this. For some reason, we like to come from behind. Голоса зовут.